Серебряный век поэзии, золотой век изобретательств. На улицах российских городов появляются первые автомобили, пугая извозчиков и восхищая гимназистов. Время великих открытий, надежд и разочарований. Призрак революции и тревожные вести из Порт-Арту. Михаил Накашидзе вернулся из Маньчжурии с кипой таинственных чертежей. Наутро его видели возле генерального штаба. До начала Великой войны оставалось меньше десятилетия. Мало кто мог предвидеть, что она станет последней войной кавалерии и первой войной мотора. Еще в 1902 году Накашидзе написал книгу «Автомобиль и его экономическое и стратегическое значение для России». Молодой офицер предугадал большую роль автотранспорта в переброске и снабжении войск. На примере Закавказья показал, что автомобиль вскоре станет не только средством передвижения, но и двигателем прогресса. Сражаясь с японцами, он во второй раз приоткрыл завесу будущего и увидел неуязвимые бронированные машины, наводя ужас на неприятеля. Под Исаул Накашидзе явился к командующему армии с чертежами первого русского бронеавтомобиля и добился его поддержки. Бюрократы в военном ведомстве не знали, как отделаться от энергичного кавказца с его фантастическими идеями, который не давал им покоя и личные сбережения тратил на создание броневиков. Михаил Накашидзе тщательно готовился ко встрече со Столыпиным.